Так, добрый день, запись вроде бы пошла. Я еду первый раз в офис прокатного пункта Ялмат. Чтобы сориентироваться, справа от меня находится автовокзал. Где-то здесь, ну где-то там, короче, находится автовокзал. Я еду по Московскому проспекту со стороны северного микрорайона. Все, трогаем, поехали. Так, едем. Едем. Вот справа от меня автовокзал. Справа от меня автовокзал. Проезжаем. Проехали автовокзал. И вот нам женщина подсказывает. На первом светофоре поворачиваем направо. Я еду сам в этот офис первый раз, чтобы предположить, как будет ехать клиент. Туда есть много заездов, судя по всему. И с 45-й дивизии, и с беговой. Ну вот, я поехал здесь, чтобы сориентироваться именно от центрального автовокзала, который все знают. Все, поворачиваем направо. Едем далее. Вот мы ближе подъехали к автовокзалу, кстати. Едем, едем. Через 500 метров будет поворот налево. По ходу дела этот поворот, и мы уже приехали. Через 300 метров поверните налево на улицу 303 стрелковой дивизии. 303 стрелковой дивизии. Налево. Я вроде сказал налево, да, или направо? Налево. Сейчас будет поворот налево, и мы у цели. Адрес 303 стрелковой дивизии, дом 2А. Так, это вот здесь. Поверните налево. Поворачиваю. Кстати, мне подсказывает Яндекс.Навигатор. До конца маршрута осталось 100 метров. Шикарная вещь. Всем рекомендую. Мама, кстати, 2А, я уже. Вот он этот. Все, мы приехали, кстати. Круто. Быстро. Я даже проскочил чуток. Так, со стоянкой здесь проблем нет вообще. Мне это нравится. Опа. Паркуемся прямо к центральному входу. Прямо вот так, абы как. Мы, кстати, 303 стрелковой дивизии, дом 2А. Так, ладно, пошел вовнутрь.